Природные катаклизмы, детский отдых и проблемы дачников. Владимир Путин обсудил с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Встреча прошла в Кремле. Начать очередную такую серию. Поговорим о текущей ситуации, о ситуации с тем, как взаимодействуют парламент и правительство. Что вы считаете первоочередным, наиболее важным? Хотел бы сегодня воспользоваться встречей, сказать о некоторых идеях в виде возможных законодательных инициатив, либо просто проработки совместных тем. Первое, к сожалению, весна, у нас и пожары, и одновременно наводнения. Так вот, что касается наводнений, сделали интересный анализ. У нас три структуры занимаются гидротехническим сооружением. Ростехнадзору должны сдавать лицензии о готовности и состоянии вот этих сооружений. На первый квартал 2017 года 75% вот этих гидротехнических сооружений не сданы с точки зрения качественной подготовки к подводным паводкам. И здесь, конечно, нужно наводить порядок. На встрече Сергей Миронов сообщил президент о проблемах дачников. По словам главы «Справедливой России», депутатам поступает огромное количество писем. Люди жалуются, что их дачные дома, рядом с которыми проходят газ и нефтепровод, требуют снести. Также Миронов обратил внимание на развитие детского туризма. Президент отметил, что данный вопрос требует очень аккуратного подхода. Регламент, причем сами уже как человек, возглавляющий Федерацию спортивного туризма, вы правильно ставите вопрос о патриотическом воспитании, о дополнительном образовании наших граждан. В нашей федерации поставлена очень серьезная работа и по подготовке маршрутов, подготовке инструкторов, по обучению детей. Вот детский туризм – это отдельная тема. Я подготовил письмо, потом вам передам. Я бы хотел попросить вашего одобрения более тесного взаимодействия с Русским географическим обществом. Все вопросы, которые вы поставили, они актуальны, интересны, и по этим дачам обязательно надо посмотреть, конечно, по участкам. Люди не должны страдать, конечно, если меняются какие-то нормативы. И по туризму, тем более детскому, здесь нужно быть очень аккуратными, надо все проработать как следует.